Давайте сюда сейчас. Вон, можно вон с соседями меняться. Договаривайтесь. Это же ваше слушание. Отдувайте, говорите, мешайте. Это что, тоже О? Вот одно, одна группировка уже есть, собирается. Какие буквы они нашли? Девчонки, напиток 2 литра. За каждое слово, за каждое угаданное, найденное слово вы получаете супер-пойло от первого кролика. Мы желаем вам хорошего вечера. Друзья, вы можете искать необходимые купюры в течение всего вечера, потому что пойла у нас много, ночь обещает быть длинной и жаркой. Мы в вас верим и желаем вам хорошего настроения. Спасибо, диджей, давай еще музыку. Да ну блин, должны же это быть, оно рассыпано было прям под столом. Она говорит, там что-то сидит по ступенькам. Я по ступенькам взяла, только другими. Поправка, которая облегчила их жизнь. Что, проверять? Почему облегчила? Потому что они стали наливать алкоголь не из-под прилавка и не в чайные чашечки. Они перестали его прятать. Это... То есть отменили сухой закон. И мы с вами сегодня делаем. Мы отменяем сухой закон. Убери, там Вера придет еще, может. Не слышу. Где? Мы отменяем сухой закон? Давай. Если мы отменяем сухой закон, почему бармены скучают? Бармены, вы скучаете? Снова приехать к вам в гости, особенно в такой необычный вечер, когда мы официально открываем такое интересное, необычное место. Мы сегодня бутлегерствуем, пьем горючее спиртное из чайных сервизов.
поэтому давайте веселиться. I'm the riff from all this world. I'm the Rick Tegan Baptiste. I'm drinking seas and oceans and I'm eating hills and mountains. My name was found on the brittle of Aleister Crowley. Yes, baby, you can rock me. Yes, baby, you can roll me. I'm the riff from all this world. I'm the Rick Tegan Baptiste. Just a word.
Отлично, спасибо большое. Вот это уже очень хорошо. Особенно мертвую кровь. Довольно, да, это и панк-рок, и все остальное, это свинг-хор, джаз-панк, поэтому сейчас мы сыграем песню, которая была подготовлена специально для того, чтобы в конце этой композиции все делали Circle Pit. Не всегда, конечно, это работает, но я все же чувствую. Спасибо.